Обсудить самые разные проблемы в сфере ЖКХ в одном месте попытались представители власти, контролирующих правоохранительных органов и общественность. В Иванове состоялся первый открытый форум прокуратуры на тему защиты прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проблемы разные, но затрагивают они большинство людей. Права граждан в сфере ЖКХ должны быть надежно защищены. И обеспечить защиту можно лишь консолидированными действиями, объединяя усилия законодателей на всех уровнях, используя опыт муниципальных образований и профессиональных сообществ, имея четкий механизм непрерывного контроля и оперативного реагирования. Важно, что между правительством Ивановской области, исполнительными органами государственной власти Ивановской области и прокуратурой Ивановской области обеспечено конструктивное и эффективное взаимодействие в правотворческой сфере. Обращений в прокуратуру поступает множество. Подчас только сотрудникам надзорных органов удается решить проблемы, с которыми сталкиваются жители региона, например, в ожидании переселения из аварийных домов. По результатам рассмотрения представления прокуратуры Ленинского района, почти 34 тысячам граждан возвращены излишне начисленные денежные средства за коммунальную услугу холодного водоснабжения в размере порядка 6 миллионов рублей. Цель форума – обсудить в формате открытой дискуссии актуальные проблемы, чтобы найти их решение и защитить жилищные права граждан. А чтобы добиться этого было проще, прозвучало предложение – учредить единый день приема граждан по вопросам в сфере ЖКХ. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.